Если я сейчас не взлечу, то я кто? Итак, погнали. Да. Итак, пішов. Разгон, тяга, тангаж, пішов. Раз, два. Яка тварина, бля! И че это за прикол, ебать? Это брат. Да нет, это брат. Крылья больше я что-то не нашел, бля. Не, и че ты, Лех, ты, уебище? Че лежим-то, тварь? Да, блядь, колеса не те. Колеса, я говорю, маленькие. О, смотри, теперь можно. Все. Теперь он хоть, ну, как наш, как велосипед трехколесный, будет, ну, балансировать. Идь нахуй, смотри. Ну чуть-чуть не то. Нормально, тогда аж полный газ пишу. Да нет, это бред. Сука, надо больше колес. Я бумажный самолетик собрал, он и дальше полетел. Да вы видели, да? Это must-have. У меня отдельно полетели двигатели, чел. Это must-have. Дед, это пиздец. Открой готовый самолет на оранжевую кнопку вверху справа и посмотри как сидит. Потом сам собери. Смотреть на это больно. Да нет, подожди, экспериментируй же. Чел. Ну я понял, работа над ошибками. Понял, хорошо. Слишком большая мощность, это ракета... Для ракеты, а не для... То есть двигатель ракетный. Я понял, да. О! Согласись. Ну, чучело. Базар есть или нет, ебать? Ты тёп. Ну чё скажешь, говно?